Приветствую вас, любимые гости, братья и сестры. Делюсь, как всегда, своими маленькими радостями. Ко мне заехали, едут обратно в Воронеж, а кто-то еще дальше в Москву. Дорогие мои подписчики, сейчас я их покажу, а может быть, как всегда, и скажут пару добрых слов. В первую очередь для вас, храни Господь. Это вот Екатерина, супруг ее и брат. Вот такие замечательные симпатии. Ну что, скажите пару слов? Да, конечно, очень приятно было посетить храм, много интересного, и вообще уютно, прям такое ощущение сразу какое-то слезливое у меня, например, возникло. У меня тоже. Вот, так, тепло, добродушно, прям рада, что попали сюда, все-таки заехали. Ну, а ты на меня сильно не подписан, скажи пару слов. Очень устал за рулем, сейчас зашел в храм, и такое ощущение, что 4 часа я... Вот я сейчас тоже так подумал. Спасибо, Господи. Ну, я вам искренне благодарен, что вы заехали, и желаем ангела-хранителя вам дорогу. Аминь.